Друзья, всем привет! Вы на канале «Китаец лечился». Меня зовут Руслан. Сегодня у нас очередной пациент. Это у нас очередной китаец, фирма Dexp. Телефон у нас на ФРП блокировки Google, как вы поняли. Модель у нас BS650. Телефончик приобрели в магазине, ну как обычно у нас приобрели. Там его активировали. Ввели Google аккаунт, который, естественно, никто никуда не записал. Отдали хозяину. Хозяин решил его сбросить, так он завис у него. Ну и, естественно, произошло то, что произошло. Ну, как-то вот так. Не забываем, что разблокировка найденных, краденных аппаратов – это уголовно наказуемое деяние. Ну, естественно, проверяем документы на аппарат хотя бы. Ну, на крайняк чек, коробка, там что-нибудь такое. Ну, или если клиент прямо утверждает, что это его, ну, можно взять копию паспорта, что, если чего, что человек, расписку с него взять, что он обязуется, что это его аппарат. Ну, приступим. Что нам вообще понадобится? Здесь у нас Speedrum, процессор не помню, какая именно модель, Android тоже не помню. Ссылочки на прошивальщика вон там внизу в описании. И на прошивку также драйвера будут там в описании все ссылки. Открываем программу прошивальщик. Дальше нажимаем вот на эту шестерню. Не буду записывать экрана, нет смысла. И потом уже распакованную прошивку распаковываем куда-нибудь. Я распаковал прямо на рабочий стол ее. Выбираем прошивку. У меня она, вот она. То есть разрешение, расширение у нее будет пак. Видим BS650 пак. Все выбираем. У меня уже она выбрана. То есть она подгрузится. Ну, кто не знает, может, мало ли кто не знает. Подгрузилась, допустим, прошивка у нас. Нажимаем кнопочку старт. Тем временем на выключенном аппарате для верности мы можем еще раз даже откинуть аккумулятор, подкинуть его обратно. Закрываем крышечку. Нам требуется кабелек, он подключен в любой порт, абсолютно там, который есть у нас. Ну, желательно, если это компьютер, то это задние порты. Но я и на передних шлю, как бы без проблем. Здесь у меня нетбук. Нетбук у меня рабочий, просто я на нем отчеты делаю, как обычный шнурок, ничего такого. Зажимаем клавишу громкости, в этом случае вверх. И здесь у нас нажат play. Подкидываем в это время шнурок. Все, пошел процесс прошивки. В это время аппарат мы не трогаем. Не дай бог вытащить отсюда сейчас кабель. У нас кирпичнется аппарат. Но в лучшем случае его восстановим. В худшем случае придется скидывать отсюда флешку и шить ее отдельно на программаторе. Чего мне, естественно, не хочется. Шиться он будет где-то секунд, я думаю, 300-400. И лучше всего сейчас прекратить маленько запись и после этого просто продолжить. Тем более мы уже 3 минуты с вами разговариваем. И вот прошел процесс загрузки прошивки самой. То есть 39 секунд прошло. И ну, где-то да, секунд 300, я думаю, 400 это будет все проходить. А, смотрите, Android 8.1, судя по всему. Может, я ошибаюсь. Сейчас прошьется, запустимся и проверим. Давайте. Сейчас отключусь и продолжим, когда уже процесс будет закончен. Так, процесс прошивки у нас подходит к концу. Сейчас еще маленько подождем. У нас какие-то файлы последние догружаются. Сейчас они подгрузятся и уже будем дальше смотреть, что у нас там. 300. Ну, как я и говорил, 300 секунд. 300-400, может быть, еще немного. Маленько подвисает процесс, какой-то файл, видимо, долго загружается. Все, видим, у нас passed 223 секунды у нас прошло. И теперь важный момент, надо нажать кнопочку стоп. Нажали кнопочку стоп, берем аппарат, откидываем от него USB. Я делаю еще очередной раз, откидываю аккумулятор, мало ли, какой-то глюк, ошибка там, хрен его знает. Откидываю аккумулятор и поехали в старт.
телефон у нас стартует. Сейчас он подгрузится, и мы с вами продолжим. Потому что грузиться он будет, ну, где-то минуты 3-4, я думаю. Прошло, наверное, минуты 2. Аппарат у нас успешно стартанул. Поехали, приветствие. Здравствуйте, пропустить. Естественно, там дальше уже клиент сам настроит, как ему надо. Появилась кнопочка пропустить Wi-Fi, как вы видите. Подключение. Пропустили. И вуаля. ФРП-блокировка у нас куда-то исчезла. Ничего себе. Все равно пропускаем. Там сами уже тоже настроят пароли свои, что кому надо. Тут еще. Принять. Сейчас самый главный момент — это проверить имеи, чтобы имеи у нас были, остались, а мало ли слетели куда-то имеи, хрен его знает. После этих прошивок бывает всякое, в том числе и имеи слетают. Так что лучше мы сейчас их проверим. Так, стартовая доставка. Появляйся. Появился экран, появилась звонилка. Естественно, в телефоне сейчас ничего нету у нас. Но должны появиться имеи. Да, имеи у нас присутствуют, очень хорошо. И давайте посмотрим, какой Android. Какой Android. Кстати, будете качать прошивку, качайте вторую. Это была вторая, там более поздняя. Ой, господи, где ты? Специальные возможности, система. Сброс о телефоне. На телефоне. Android. Да, 8.1 Android, как вот здесь написано. 8.1. Вот такая была простая ФРП блокировка. Телефон Dex, моделька у нас BS650. Вам спасибо за просмотр, товарищи. Подписывайтесь на канал, обязательно ставьте лайк этому видео. Ссылочки все в описании. И до новых встреч, пока-пока.